Этот проект – один из источников достоверной информации о деятельности действующей команды губернатора области регионального и муниципального уровня. 31 руководитель исполнительной власти и 28 строк с представителями муниципалитетов. Каждого можно оценить по 5-бальной шкале. Голосование у нас будет. Можно проголосовать в интернете, интернет-голосование. Интернет-голосование у нас началось 23 января и будет продолжаться до 24 февраля. То есть там нужно зайти на сайт губернатора области, можно проголосовать, зайти на наш сайт администрации Великоустюгского муниципального района. У нас там размещена иконка команды губернатора, ваша оценка. Через эту иконку проходим и переходим к голосованию. Еще один способ – бланочные ящики для голосования в городе находятся в администрациях района, города и сельских поселений, в ЦРБ и многофункциональном центре. Для этого в МФЦ в зонах информирования и ожидания для ознакомления размещены публичный доклад главы администрации района и аннотация к докладу, краткий отчет у руководителей органов власти Вологодской области. Оборудован специальный ящик для сбора оценочных листов, подготовлено необходимое количество бланков. С 2015 года многофункциональный центр Великоустюгского района принимает участие в этом проекте в части сбора оценочных листов по результатам деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области и местного самоуправления муниципального района. Чтобы проголосовать на сайте губернатора Вологодской области, необходимо открыть вкладку «Проекты», выбрать голосование за органы местного самоуправления. Чтобы выставить оценку, сначала необходимо получить код. Запросить его можно, кликнув на эту кнопку. Затем выбираем представителей района. Я, как житель Великого Устюга, оцениваю работу главы администрации Александра Кузьмина и исполняющего полномочия главы района Владимира Храмцова. Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.